Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатеклубничка, аппетитная. Ой, ну ты меня прям в последнее время заваливаешь комплиментами за клубничку, конечно, спасибо. И сегодня мы находимся там, где люди никогда в жизни не пробовали дошек со вкусом мяса, вот это пельмени, вареники, шашлычок, хот-дог, гамбургер и даже бутербродик с колбаской. Господи, что ты такое говоришь, почему? А потому что мы сегодня находимся там, где у людей никогда нет проблем с пищеварением. У них вот такой вот здоровый организм. Потому что, Кать, они дома не цветы выращивают и поливают, а помидорки, баклажанчики, капусту, горошек и вот это вот все остальное. И сегодня мы находимся там, где никто себе домой не заводит собак, хомячков, вот это кошек, как домашних питомцев. Потому что у них здесь по квартирам вот эти бегают коровы, свиньи, курицы, утки и вот и куропатки всякие летающие. А, ну чё, я сразу-то не догадалась, но это так похоже на Геленджик, что я 100% уверена, что это прям он. Мы здесь с подругой, значит, отдыхали прошлым летом, Геленджик, Краснодарский край, туда-сюда, тепло. И думаю, блин, хочется прям, знаешь, хот-дога захомячить на пляже, а у них его нет. Говорят, ну вот, хот-дог есть с кукурузой, с огурцом вместо сосиски. Я такая, фу, чё за фигня, а бургер? А нет, бургеров тоже нет. Я думаю, ну это пипец, это Геленджик, я уверена. А ты, мы в прошлом году с тобой все лето вместе провели. Это когда ты со своей подругой в Геленджик успела рвануть? А помнишь, ты там уезжала на одно мероприятие, там, ну вот этот Ютуб, куда-то ты там уезжал? Я тоже уехала. С какой подругой ты в Геленджик уехала без меня? Ну сюда иди! Темно, конечно, но я думаю, что я тебя найду. Я тебя точно найду в этой серии прям по-любому. О! Так. Ну, давай, вот здесь сидишь. Сидишь по-любому в этом арбузе. Не сидит, ладно. Что стоишь? Помогай давай! Я боюсь опять предположить, вот это с первого раза, да, я угадаю. Ты случайно не бога Майнкрафта в арбузах сейчас ищешь, Кать? Ты такой умный, я действительно ищу его. На, держи тебе дольки арбузов и съешь их, и поищи там, вдруг там сидит. Ну ты как-то, вот реально, ты в детстве очень много раз башкой об унитаз вот это ударялась. Я что-то, я не могу понять. Ну как ты в арбузе хочешь бога найти? Бога Майнкрафта? Ну как он в арбузе может прятаться? Екатечка моя, ну что ты делаешь? Эта теория не доказана, поэтому я надеюсь, что точно его когда-нибудь найду. Все, короче, давай мы с тобой фигней заниматься не будем. Разворот на 180 градусов и смотри, что там находится. Какие-то деревянные, торчащие в небо шипы. Это точно геленджикская деревня. Скорее всего. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как я Катю обозвал. И Кате вот эта клубничка, и она сказала то, что я ей комплиментики всякие делаю. Ты не заметила то, что здесь какая-то слишком огромная фауна этих животных? Ты смотри, куропатки какие-то летают, выхухоли какие-то бегают. Кроты вон землю роют. Какие кроты? Офигеть. Там и кроты еще вот были? Крот. Да, где? Крот. Вот крот, реально, вот крот! Да. Ну я тогда сначала предлагаю отправиться в эту деревню и посмотреть, что там внутри. Как не оборачивайся, а то ты будешь кричать. Я тебе сказал, не оборачивайся, там крыса! Ой, господи, какая классная! Давай заберем к себе! Я думал, ты будешь орать как ненормально, это же крыса. Ну ладно, давай иди сюда за мной. Ёшкины картошки, ты посмотри. Это яблоки на деревьях растут такие огромные! Ой, я люблю яблочки, давай останемся уже здесь жить. Подожди. Я тебе буду сок свежевыжатый делать каждое утро. Ага, так, давай, пошли сюда за мной. Так это не шипы эти геленджикские, это обычные дома! Только не какие-то очень странные в Геленджике. А ну, зайди в тот дом, посмотри, что там внутри. Зайди туда, а я зайду сюда и посмотрю, что здесь. Здесь... Кать! 21 яблоко! Это еда на следующие 3 серии Майнкрафта, но! А у меня целый сундук арбузов, но мне прям сегодня везет с ними. Ну и конечно же, как же без мистера Крипера, да, Кать? Это не я, это он сам взорвался тут, это не я, ничего. Слушай, а тебе не очень... Вот реально, смотри, в каждом доме просто дофигища фруктов. А тебе не кажется странным то, что у них дома в Геленджике из листвы сделаны полностью?
Ну так и ты географию-то учил, но Геленджик это юга, тут жара такая, тут фрукты растут. Конечно, они будут в летних домиках жить, у них будут целые корзины фруктов, но это Геленджик, пошли, Краснодарский край. Пошли, потом ты мне расскажешь, когда ты была в Геленджике, потому что это до сих пор секрет для меня. Так, держи вот эти яблоки, так, заходи, запердакивай саркостанцию вот туда внутрь, но не все так просто, мы это прекрасно, Кать, с тобой знаем, там, где куча всякой халявы, куча еды, 100% есть какой-то подвох. В этом сундуке еще яблоки. Ну, давай заберем еще я яблоки. Я всегда так верю в добро. Даже если нас сегодня будут атаковать, я верю, что все будет хорошо. Нифига себе, ты смотри, какие у них в домах вот эти кактусы-переростыши растут. Он больше, чем ты даже. Слушай, а давай на рыночек зайдем, я хочу семена такого кактуса купить, дома посадим у себя. Нет, слушай, не надо нам дома никакой кактус, я тебя прошу. Подожди. Он сейчас пошевелился, или меня муха в жопу укусила, и у меня галлюцинации какие-то? Ты сейчас пошевелился? Он пошевелился! Это! И вот этот, когда ты была в Геленджике, там тоже кактусы живые были? Или там не было живых кактусов, а? Не, вроде не припомню таких, а может мы с тобой яблоки протухшие съели просто, а? Да мы еще не успели съесть никакие яблоки, так, давай в дом, сюда, забегаем, прячемся. Так, подожди, своим, застраиваем вход, чтобы они через дверь не зашли случайно. Сейчас я сундук сюда вот так поставлю, застрой там чем-то, фрукты туда поставь, чтобы они не вошли в дом. А у меня земля была, есть, вот так. Все. Подожди, ты была в Геленджике, ты 100% должна была видеть вот подобных вот этих кактусов. Так, подожди. Вот он, иди сюда, подойди. Ой-ой-ой, тихо. И что, ты там не видела такого в Геленджике? Ну что-то вроде вообще не припомню. Но по сути он вроде не агрессивный, как мне кажется. В Майнкрафте, но и не агрессивный, тут каждую серию у нас кто-то сожрать хочет. Да ты глянь на него, он точно добрый, он нас даже боится сам. Ага, если бы он боялся, он бы к нам не подходил вот сюда почти впритык. Ага, добрый! Друзей своих всех позвал, всю свою семью позвал, вот это добрый, да? Ты смотри, сколько там, штук 6, они нас сожрать хотят, Кать. Да может он познакомиться хочет, и мы все-таки в их деревню ворвались, как вообще незваные гости, ну. Ну если... Ой. Чё? Они цветочек мне кинули, они точно добренькие, ну смотри. Ромашки, васильки, ну. Ну если они добрые, выйди тогда к ним на улицу и поздоровайся, я пока здесь постою, потом скажешь, как там обстановка. Иди, давай, через дверь выходи, давай. Конечно, как обычно, всегда я, да. Ой, здравствуйте. Да, хватит нам цветы эти выбрасывать. Так, Катя, иди с ними погори, да, уйди, от меня уйдите, идите с Катей разговаривать, это она тут вот кактусы любит. Ну хватит мне цветы выбрасывать, Кать, позови этого, иди в жопу, он мне кактус выбрасывает, вот тебе цветы. Это кактусёнки, кактусёныши, это все нормально, они добрые, выходи, не бойся. Какие кактусёныши? Ну ты посмотри на них, какие они миленькие. Все, хоть идите с Катей разговаривайте, ко мне не подходите, я вас прошу. Ой, это злюка, как обычно, всегда сначала возмущается, пойдемте, ребят, я с вами познакомлюсь. Ой, девочки, пляжи, конечно, у вас тут офигенные. Песочек белый, водичка теплая. Я бы у вас тут на всю жизнь осталась жить, серьезно. Да и вроде жилье недорогое, еда такая полезная вся. Вон вы такие все красотки, похудевшие. Кать, я наконец-то в сундуке что-то полезное нашел. 4 изумруда тут хотя бы было, продолжаю искать. Ой, давай забирай, мне там все равно, я с девчонками болтаю. А парни у вас тут какие, вроде загорелые такие, я видела, такие качки. Спортзалы недорогие, у вас ходить можно, да? Я тоже хочу записаться, вот. Думаю, может ты ко мне все же сюда подойдешь, и мы с тобой вместе будем обследовать эту деревню. Ну где ты потерялась, Кать? Ну тут мистер Крипер за мной следует, ты где? А ты где? Ну я говорю, с девчонками болтаю. А, вот ты где, привет. Ну иди к нам, поговоришь тоже. Девчонки хорошие, вон. Одна с Адлера приехала, другая вот из Владивостока перебралась на ВНЖ. Вот, ага. А что ты молчишь? Мистер Крипер, ну надо предупреждать в таких моментах. А с тобой-то что произошло? А что со мной произошло? Ну ты сейчас в зеркало видела, чучундра? Ну в Геленджике нет зеркала, но сейчас посмотрю, подожди. Это что еще такое, девочки?
А вы что со мной сделали-то, а? Я не этого хотела. Я думала, загар у вас получу хороший. Вот ты и получила загар, перегар. Тошнит тебя, походу, зеленая вся стала. Обернись по кругу. А кто я? Так они тебя во фрукт превратили. Ты крипер. А, да... Нет, ты... Мистер... Не ты крипер, ты яблоко. И я, конечно, яблоки люблю, но, девочки, ну-ка возвращайте меня обратно, я не этого хотела, ну-ка быстро! Я тебе говорил, что они плохие, я тебе говорил! Сейчас нафиг всех перекокал! Свалять отсюда, чтобы я ни одного здесь не видел! Идите нафиг отсюда! Я тебе говорил, Катя, я тебе говорил, вот ты доверилась им, они тебя в яблоко превратили, они ж вегетарианцы, они мясо не едят, они тебя сожрать хотят! Так подожди, никто меня есть не будет, успокойся, все так, надо что-то придумать, я же не смогу так до конца жизни то яблоком ходить, я ж такая, посмотри на меня, вообще никакая! Ну иди тогда со своими девочками разговаривай, чтобы они тебя обратно превращали. Я к вам, если что, я с вами даже дружить не хочу, ко мне не подходите. Иди сама с ними все выясняй, Кать. Эй, ты мне должен помочь, куда? Ты не должен меня бросать. Ага, ну ладно, тебе тут удачи в Геленджике. Я пойду переночую, ночь как бы на улице. Потом, когда разберешься, позови меня, ага. Эй, ну так нечестно, вернись. Я-то тут вообще ни при чем. Что ж ты будешь делать-то? Почему ты мне никогда не помогаешь, когда я куда-то встреваю, как обычно, а, ёпперс, это... Ага, а ты себя-то видел, а, яблочную жизнь мне тут устроила, ты на себя посмотри! А со мной что случилось? Я в яблоко, по крайней мере, хотя бы не превращался, потому что я с этими твоими кентами не закорешился даже! Ага, вот эта вся твоя сущность наружу и вылезла, вот ты теперь Токио, ты являешься в жизни! Посмотри на себя! В смысле моя сущность наружу вылезла? Это то, что я думаю?! Ты, походу, пили черец. Ой, чили перец. Какой пили черец? Сама ты пили черец. Да осторожно с мистером Крипером. Какой пили черец? Ну вот теперь мы с тобой попали в эту райскую жизнь, фруктово-овощную, из нас соки теперь будут делать. Я даже не помню ту серию Майнкрафта, но когда мы с тобой последний раз в кого-то превращались, в последней серии Майнкрафта, но мы только жизни кому-то вот это спасали, как мне здесь протиснуться, я такой огромный, я такой высокий, то что даже из дома выйти не могу. Ну все, время пришло, как говорится, давно не превращались, вот тебе и пожалуйста, получайте, распишитесь. Так. Что теперь делать-то? Подожди, я вам обещаю, я притащу к вам сюда... 3 телеги фруктов и 3 телеги овощей. Вы себе здесь просто фруктовый пир устроите, до конца жизни вам этих фруктов хватит. Но я вас прошу по-хорошему, превратите нас обратно в людей, а? Так, ты не умеешь просить, девочки, я вас ради всего вот святых яиц куриных прошу, сделайте что-нибудь со мной, а? Сделайте из меня красотку, которой я была раньше. Все, отводите меня куда-нибудь и делайте. Стойте! Такие же лохушки, как и ты, когда криперы сзади них подходят. Спасибо. Отведите нас куда-то! Давайте, девочки, потопали. Я хочу быть красоткой прямо уже сейчас. Немедленно, давайте. А чё ты взяла-то, что они вообще девочки? Может, они мальчики? Я чувствую своим женским нутром. Ай, девочки. Так, смотри, тут какая-то комнатушечка. Заходи, ты смотри, а чё мы даже изначально не заметили то, что здесь какой-то дом с железной дверью? Секретики здесь храните, да? Ну ладно, возможно, здесь в этом домике они нас и превратят обратно в людей нормальных. А, то есть вы мне предлагаете вот сюда, что ли, залезть? Ну давайте, я вообще за любую авантюру. Оп, еще прям сюда, да? Хорошо. Давайте, творите. Не хочу быть яблоком. Это, конечно, спа-процедуры очень интересные, но что-то слегка горячевато. Вы могли там температурку подубавить? Очень горячо. А ты вообще знаешь, куда ты залезла и куда они тебя заманили? Ты понимаешь, что ты в котле? Они из тебя компот делают яблочный! Ой, да не выдумывай ты, ну какой компот, какой котел? Это спа-процедуры для девочек, это Геленджик. Да ладно, я в Геленджике ни разу не был, поэтому умничать не могу. Ну все, ты тогда давай варись, вот этот кисель сейчас получится, я на улицу выйду. Откройте мне дверь, как дверь открывается, открой дверь. Я на улицу выйду, вернусь и надеюсь, с тобой все будет хорошо, ага. Ой, что-то припекает сильно-то, что-то страшно, мне надо походу отсюда сваливать, уже очень горячо! Ай, не могу терпеть, горячо, выпустите меня отсюда, где-то рычаг долбанный, господи, не вылезти отсюда, помогите, где водичка, студится. Фу, ёпрс, это чуть не сварилось реально.
Стой! Что? Подойди и посмотри на меня! Ну, что ты как-то высокая стала, это с папой действовала. Да потому что ты бананиха огромнейшая! Ты тут не обзывайся на меня, ты, перец! Ты яблочком была маленьким, пухленьким, толстеньким, миленьким, а сейчас на себя посмотри, дылда огроменная! Ёпрысы, ты а ноги-то от ушей какие, посмотри! Слушай, Кать, я тебе когда говорил, разговоры разные, Собака ты разговорная, разговоры! Я тебе когда говорил, то что девочкам верить не надо, ты посмотри на себя! Офигеть, и что теперь делать-то, спа-то не помог этот? Так, план на БВГД нужен. Поговори с своими девочками, чтобы они нас там обратно превратили. Я их сейчас кохну нафиг всех. Девочки, я вам вот серьезно говорю, я вам заплачу любые вот деньги. Арбузы есть, картошка есть, а мясо есть. Может, вы попробуете мясо? А вот что, вдруг вам понравится? Держите по стейку, а? Разговаривай. Ты, иди сюда, подойди сюда. Девочки, я вам говорю, мясо это топ. Вот в Новосибирске это прям тренды. Нам главное попробовать, а потом вы уже втянетесь. Я понимаю, вы на фруктиках такие все, на овощочках. Но мясо это тоже вкусно. Да вы просто не пробовали. Ёбрис, ты что делаешь? Сатаны мелкие эти бегают, людей в овощи превращают в фрукты. Я хоть у меня фамилия и перец, это не значит, чтоб я в жизни перцем был, ядрить, колотить. Этого успокойся! На, собака! Так, всех перекокал или не всех перекокал? Ты где? Сумасшедший перец, чири, перец, чири. Ты вообще что делаешь? Они ж дружелюбные. Это я сумасшедший? Ты на себя посмотри и на меня посмотри. Ну ты на меня-то посмотри. Я вообще перец чили с пистолетом. Да я на маньяка какого-то похож. А ты, смотри, мы с тобой две дылды огроменные. Ты вообще бананиха. Слушай, ну ты подожди, ну что ты так радикально сразу? Ну мы зато с тобой очень сильно друг к другу подходим. Ты красный, я желтая. Мы с тобой такие тоненькие, высокие. Да все нормально, чё ты, не переживай. Кто-то вообще мог знать то, что сегодня мы придем не спасать деревню, а сегодня мы придем, чтобы жители деревни над нами издевались. До такой серии Майнкрафта, но я не помню, когда она последний раз была, Кать. И что нам сейчас делать? Ты вообще банан недоделанный. Так, хватит все обзываться, я нормальный банан, доделанный, прекрасный банан. Ну подумаешь, мне только что хотели, видимо, реально на кисель пустить меня хотели. Это нифига не спа. Я тебе говорил сварить. Я тебе говорил только... Сзади! Это кто? Башня взорвалась! Ну вот доигрался, да убивался, блин, вот этих девчонок моих поубивал, да? Я-то тут при чем? Что это? Кто это из башни-то вылез? Ну, походу, тот, кто эту деревню всегда охраняет. Я тебе говорил с самого начала, то, что сюда не надо идти, никому не надо верить, то, что никаких добрых жителей в деревне Майнкрафте, но не бывает никогда. Это что получается? Это мы их покой тогда нарушили или что? Мне тогда не стоило их кокать, да? Да тебе вообще не стоило к девчонкам приближаться. А зачем ты их всех перерубил? По такой логике нам вообще не стоило записывать сегодняшнюю серию Майнкрафта, но и вообще в эту деревню сюда приходить, а? И мне тогда по такой логике вообще не нужно было в Майнкрафт заходить. По такой логике тебе вообще рождаться не нужно было. Ну тогда валим отсюда с этой деревни, пока он нас не сожрал к чертовой бабушке. Все, бежим, быстрее яблочки только захвачу. Мы добежим, но он походу быстрее нас бежит, Кать! Он меня схватил! Помянем Катю, до свидания, земля чепуховик. Уйди, нечистая сила! Отстань от меня! Кать! Что тебе надо, я отбиваюсь! А я, походу, больше не черец пили! А кто ты, блин? Я не знаю, то ли протухший баклажан, то ли на арбуза похож! Иди сюда, посмотри! Господи, убежать еще надо от этого чудища! Ты где? Вот перед тобой стою! Я не вот этот тухлый... Так ты крыжовник! Пропердовник! Валим отсюда с этой деревни быстро! О, бежим! Крыжовник, нафиг, пропердовник, баклажан, арбуз, какая разница? Девочки твои проклятые в этом Геленджике!